Они сказали, так, где ребенка, а она сказала, что он умер. Вот. Он действительно должен был погибнуть несколько раз. Психоневрологический интернат. Только вход. Я вообще не знала, что он существует, пока она не умерла. Ну, так жить нельзя, как он жил. Так жить нельзя, конечно. Привезла его в понедельник, завела к завучу и сказала, что никогда в жизни больше забирать его не будет. И видеть это существо рядом с собой она не хочет. Больше эту маму никто не видел. Спал вот в этом углу, стоя прям. Мы спали вот в этом углу и все. Тряпочку постелим, чтобы более-менее нет, на полу не стоять на холодном. Вот в такие моменты действительно, ну, Господь и творит чудеса и спасает. Уготованное Юре спасение со стороны было больше похоже на новый ад. Новый выпуск программы «Обернитесь» смотрите во вторник, 21 сентября, 18:45 на телеканале «Самара ГИС».